Gaivlis slēbīdā, dahtē bīs molodīnši, kīdaldan mdgomi, palkovniki Aureliano Буэндия. Ом шориули сахамос гаихсенепс. Закончила школу я 2 года назад. Потом я поступила в техникум. Но 3 месяца получила грузинский, потом ушла из техникума. Потом хотела поехать в Россию, из-за этого ушла. Вот. Потом я решила, что нужно высшее образование, что нужно сдать экзамены, поступить в университет. Но экзамены у меня не получилось сдать, потому что тяжелый был экзамен на грузинском. Сдавала грузинский, русский, географию и общие навыки. И сдала только грузинский, и все. Есть знакомый, который сдавал на грузинском, но он не сдал, он армянин. Потом он сдавал на армянском и вот на 2-й раз поступил. Это как-то очень получается обидно, потому что все живем в Грузии, но как-то для русских нет, а вот для армян, для азербайджанцев есть, это как-то странно. Наверное, по 2-му разу в колледж поступлю, пока точно не решила. Потом еще на следующий год сдавать буду. Хочу здесь остаться жить, в России мне не хочется.